обсудить, как протекает строительство домов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, представители профильных департаментов собрались на совещании в правительстве области. Особое внимание обратили на несколько незавершенных объектов в поселке Савино и Приволжске. В последнем работа близится к завершению. В трех домах там почти закончили монтаж внутридомовых коммуникаций. Сейчас занимаются внутренней отделкой. В Савино ситуация сложнее. Напомним, что завершить работу подрядной организации должны до конца лета. Власти уверяют, что все проблемы к указанному сроку будут решены и люди, наконец, получат новые квартиры.